Добрый день, друзья! Это канал Секрет Мастера. Собрал дверной звонок. Основа схемы – плата HS-088. Потребуется также транзистор, подойдет практически любой NPN-проводимость. Конечно, кнопка включения звонка. Акустический излучатель, любой динамик, взял от старой техники. Схема питается напряжением 3-5 вольт. Выключатель К1 подает питание на плату. Плата на схеме показана со стороны печатных дорожек. На плату необходимо припаять транзистор, подключить динамик. Схема запускается кнопкой К2. Рекомендую также установить конденсатор С1. Транзистор может быть припаян со стороны печатных дорожек, либо со стороны монтажа. Проверяю работу. Схема функционирует без конденсатора. Поменял динамик, и вот приветы. Причем схема может даже начать гудеть и не выключаться. Установил конденсатор 0,1 микрофарады. Проблемы исчезли. Схема работает. В качестве корпуса звонка можно использовать сломанные Bluetooth колонки. Но я нашел старые колонки для кассетного плеера. Звук звонка стал даже громче. Наклеил двойной скотч на кассету батарей, закрепил горячим клеем провода питания схемы. Закрыл колонку. Звонок работает. Установил звонок на входную дверь. Дети очень просили. Заодно оцените построенный этим летом объект «Домик для детей» с горкой. Ссылки на детали звонка в описании и комментариях к видео. Блок батарей применил от сломанной игрушки. Подписывайтесь на канал Секрет Мастера, задавайте вопросы. Если что непонятно, всегда отвечу.